Ну что, сразимся с противником. Давайте выберем. Поиск противника идет. Ладно, так, полицейский трактор, не отложка. Практически как у меня машинки, да-да-да-да-да, только у меня трактора нет. Так, сыграем. На тебе, сейчас подожди. Опа! На, еще один ударчик и все. И мы проиграем. Есть! Первый удар. Трактор, ребята. На, есть удар. Два раза ударили. Не, он сам, в принципе, там еще щелкнулся. 1-1. 1-1. Так. Не, главное, я его толкаю, он не толкается, смотри. Пошла внезапная смерть. То кого, да? Есть! Уничтожили. Возможно, победа даже будет. Так, тракторочек, ребята. Есть! Да, готово. Так, победа. Победили мы, ребята. Победа. Самая натуральная победа. Так, мы просто... вот еще. Все, наконец-то мы можем открыть сундук. Давайте откроем. Посмотрим, что там. Болты. Гаечные ключики. Ух ты, копировать. Редкая неоткошка. Окей. Так, собрать. Мастер из болтов новой тачки. Мотоцикл. Получить доступ. Новая тачка, мотоцикл. И дальше что у нас? Так, выберите свою тачку, выбрать. Подожди. Так, а мы же можем машинки прокачивать, например, не отложка. Прокачать. Да. Чуть-чуть здоровья дали. Выбрать. Играем дальше. Немножко прокачали мы машинку. О, реактивный кулак мне бы собрать, было бы классно. Сражение у вулкана. Так, а не отложка, у меня второго, кстати, уровня была. У меня здоровья больше будет. Так, у этого, смотри, пистолет, что ли, там, но... Нифига себе. Стреляет, видишь? Сейчас он достреляется. О, дострелялся, я сказал. Ух ты, реактивный удар. Ладно. На тебе. Давай, иди сюда. Иди сюда, реактивный удар. Опа, готов. Еще один ударчик реактивному кулаку. А ё-моё, упал на меня, понимаешь ли, орех. Как так? Я не верю вообще в эти совпадения. Я в эти совпадения не верю, ну никак. Так, чё тут, внезапная смерть? Точно. Там еще сверху, смотри, падает, а ё-моё. Ну! Еще одна внезапная смерть. Да ё-моё, не смог я его убить. Не смог. Я пытался. Я даже читерил. Опа, готов. Так, все, победили. Победа за нами, ребятушки. Победа за нами. Так, ребят, у нас 11800. 11800. На аджип вот этот стоит. Сейчас я посмотрю, сколько я уже забыл.
15500, в смысле? 15500. Дорого. Дорого очень. Все, мы застряли. Мы застряли в текстуре. Так, давайте сделаем еще раз домой. И сыгранем, ребятушки, тогда знаешь во что? В режим карьеры. Возьмем уровень, например, 10. 10 уровень. Выберем машинку. Машинку выбираем синенькую. Так, и здесь мы попробуем звездочки собрать все-таки. Если получится, если опять-таки звездочки не будут где-нибудь в пропасти находиться. А то придется писать разработчикам. Это точно, ребята. Так, здесь нормальная звезда. В хорошем месте находится. Мы ее сейчас забираем. Опля. Взяли. Так, здесь мы едем. Здесь вроде бы нормально, все хорошо. Так, звездочек пока нету. А, где же там звезда у нас будет? В пропасти или нет? А, да, она, кстати, ребята, в пропасти. Да, мы ее не сможем взять. Вот такой вот уровень. Надо будет писать разработчикам. Чтобы они именно этот уровень пофиксили. Сделали нормальный. У них звездочки в разнобой висят. Так, проехали нормально. Вот видишь, тоже звезда, она в пропасти. Ну, у нас ладно эти звезды. Нам главное сейчас... А, мы не сможем разблокировать, да, машинку? Ну, сейчас я посмотрю, сколько грузовик стоит. Так, все, проехали. Угу. Так, следующий нажимаем. Здесь выбираем уровень, например... Интересный у нас вот этот четвертый уровень. Угу. Посмотрим, у нас 13 тысяч. Там вот грузовик, кажется, 12 тысяч стоил. Вот этот большой. Мы его сейчас попробуем купить. Если он реально 12 тысяч стоит. Смотрим. Да, 12500. Отлично, покупаем. Все, мы купили. Деньги у нас кончились. Но зато у нас есть такой вот офигенский грузовик. На который мы будем с вами, ребятушки, ездить. И открывать следующие автомобильчики. Да, грузовик классный, конечно. Мощный. Какие у него колеса огромные. Так, звездочку мы взяли. Едем дальше. Так, здесь аккуратненький поворотик. Здесь поворотик. Так, здесь опять эта крутилочка. Так, проехали мы спокойненько. Звездочку забрали. Все, эту мы трассу проехали. Да, надо разработчику написать, пускай он новые уровни придумает. Интересные. Ребята, как вам игра? Если нравится, ставь лайк. Давайте наберем 10 тысяч лайков на это видео, пожалуйста. А тебе не сложно, а мне очень приятно будет. Угу. Да, уровень пройден. Хорошо. Так, ну что ж, поиграем немножко в Бурито Бизон. На тебе Бертаник? Это нет. Да, Бертаник это был. Но мы его не щелкнули. Так, ох ты, бомбочка. Так, а у нас цель сегодня денег заработать немножко. Посмотрим, сколько у меня буритка денежек заработает. Ох ты, 400 сразу. Так, какую-то я сумочку нашел. О, перчатка, перчатка, есть. Раз, два, три. А, перчаточка наша взорвалась. Только 3 удара дает перчатка всего лишь. Что это мало очень. О, уже десятка. 10 тысяч мы насобирали. Так, полицейский, нет. А мы его разбили, полицейского. Получается. Внезапно распродажа. Ну нафиг. За 700 рублей. Вы что, смеетесь что ли? Сколько нам дадут денег? Так, итого у нас 247 денежек. Так, а что мы здесь можем купить? Вау, вот эту я хочу. Не, приклипер. Приклипер, что это такое, ребята? Стоит 225 тысяч. Сбей их с надувной подставки и переедь, чтобы лопнуть и получить награду. Давай, покупаем приклипер. Купили. Сейчас посмотрим, где она у нас будет или не будет ее. А, так, ладно. Я хочу эту приклипер, это прыгалка такая. Надувная. Где же она, где же она? Прикрепер, она же должна быть. Ну, должна появиться, не знаю, сейчас появится или нет. Бочки, бочки, бочки. А, бочки, не получилось нам пострелять в бочки. Ну ладно. Зато мы уже на новой территории ходим. О,
Есть. И еще раз удар. Удар. Бочка, бочка была. О, Гендальф, Гендальф. Так. Так, не получилось. Я нажал один раз нечаянно. Не убрали этого Гендальфа. Да, вот тебе и Гендальф. Который, напомним, дофига стоил. Ох, сколько нам дадут денежек-то? 92 тысячи. Неплохо, неплохо. Ага, такс. Это сколько у нас стоит? 350 тысяч. Давай купим реактивный удар. Возьмем. Он нам пригодится. А следующий реактивный удар за 400 тысяч. Офигеть. Вот это цены. Немножко нам не хватает на энергию. Можем только прокачать сапоги. Ладно, поехали. Сапогами. Я вот это вот эликсир жизни бы еще надо будет добавить нам. Потому что маловато. О! Пошел, хорошо идет, вообще нормально. Сейчас мы этих постреляем. Отлично. Так, зомбарей все меньше не становится. Но это и хорошо. Мы побольше денег заработаем. Так, вот этих сейчас чибриков стукнем. Так, пошли в пещеру. Пещеру. Мне нужно вообще много-много денег, ребята. Давайте, зомбари. А почему здесь нету вот этих, как его, охранников? Мы же, по идее, как в тюрьму убежали. Или это уже другая часть получается? Так, а здесь что? А-а-а! И он может идти по воде Аку по суху? Это же у нас же бог, нифига себе. Прикольно. Так, а назад вода не превращается, да? В обычную. Она красного цвета осталась. О, прокачали, ребята, прокачали. Давайте приобретем атаку, улучшим. И поехали, нифига себе. Атака, следующая атака, $666 будет стоить. Нифига себе. 666. О, смотри, как хорошо стрелять стал. Нифига себе. Вот это я понимаю. Мы потом еще прокачаем сильнее нашу молнию. Ох ты, молния улетела куда-то вообще влево. А зомбари-то у нас справа стоят. Так, ребята, я не помню. Мы же только что, да, прокачали молнию, да? Нормально. О, видал, молния бывает, улетает вообще в другую сторону. Фига себе. Так, вот этих зомбариков сейчас щелкаем. О, хорошо, что тут бесконечные патроны. Смотри, вода. И он будет идти по ней, и она затвердеет. Опачки. А почему я так далеко не мог пройти еще дальше? Интересно. Давайте приобретем энергию. Так, все, деньги кончились. Ё-моё, давай, поехали. Еще раз пройдем. Так, все нормально. Так, коробку открываем, 3 бакса получаем. Так. Мне нужно больше энергии, ребята. Я же господь. Мне нужно больше энергии. Так, все, всех убиваем, зомбариков. А, может быть, мне до них касаться нельзя, потому что они отнимают мне какую-то жизнь. Не знаю, кто тут захотел мою жизнь отнять. Сейчас я вас награжу молнией. Так, все, бабки, 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 мне нужны бабки. Идем по воде Аку по суху. Проходим. Вот еще тут зомбарь. О, смотри, мы немножко дальше стали проходить. Нет, хорошо. Мы практически дошли, ребята. Но, я не знаю. Чуть-чуть, да, чуть-чуть осталось у нас. Чуть-чуть не дошли. Совсем чуть-чуть. Всем привет, ребятки! Вы на канале Duda Play. И мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. И сегодня мы будем, ребятушки, боссом. Да-да-да. А, давайте выберем, так-так-так-так-так-так-так. Отбейте на этих трех волн врагов, чтобы открыть. Ладно, давайте удар громом. Поедем, посмотрим. Так, уничтожьте всех врагов. Вот такой вот у нас танк. У нас задание, ребята. Давайте пониже, может, сделаем, нет? Так, где у нас тут? Кто против меня? На! Ё-моё, чё происходит? Ты слышал? И, ох ты! Да сколько вас там уже? А-а-а, вот эту волну нам нужно пережить, ребята.
Так, она будет заканчиваться? Так, есть. Готово. А, ну так-то, в принципе, если стоять и стрелять в эти танки, то мы переживем волну. Нам нужно 3 волны пережить, и тогда нам, ребятушки, дадут новый танк. Ой, вторая волна пошла. Ё-моё, что сейчас будет? Ну, в принципе, мы нормально стоим. О, попадаю. Есть уже кого-то. Ох, нифига. А, это эти пошли. Ахахахахаха. Ребята, это нехорошие танки. Так, давай. Ё-моё. Это огнеметы пошли. Так, нет, на. На, слушай. Фениксы пошли. Готов. Ой, нормально, может быть, даже я здесь останусь, буду стоять. Кто там, а? Вроде никого нету. Так, ну смотри, вторую волну мы практически с тобой выстояли. А будем ждать третью волну. А, больше не будет танков, да? А нет, смотри, едет какой-то гад. Ох, нифига, эти пошли, что ли? Большие. Как их там называют? Титаны, ребята. Третья волна это титаны. Сколько титанов, много. Фу, хорошо, что они пока меня не попадают. А, этого надо еще уничтожить танка, ё-моё. Готов, ребята, ждем. А, ждем, наверное, следующую волну. Не, я никуда не поеду. Я буду здесь стоять. Так, вроде бы ни в кого не попадаю. О, поехал. Ох, нифига себе. Смотри, ребята. Какие танки пошли. Это вообще, сколько их много. Вообще нормально разве? Вот эта волна. Мне вот эту волну бы выстоять. Тогда мне новый танк дадут, по идее. Ох, нифига, сколько вас много. Вы чё, ребята, серьезно что ли? Это вы чё, так серьезно? Вы решили столько профигачить меня? Четвертая волна сейчас пойдет. Ой-о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 й. Всё, ух. Уничтожили. Я не знаю, какая там будет еще четвертая волна. Какие там танки будут? Ой, там, наверное, вообще будут какие-то мощные. О, пошел. Ох, нифига, вы что, серьезно, что ли? С такими танками, ребята, мне не справиться. Не. Ё-моё. Я еще не могу никуда ехать уже больше. Все. Остановка. Четвертая волна, нифига, почему? Как же я вас всех уничтожу, ребята? Да. А, взорвали. Ну, конечно, у вас очень много танков было. Как мне против вас-то выстоять было? Невозможно никак.